Слет молодых семей Нижегородской области проводится уже 3 года. И каждый раз свои достижения представляет объединение «Семья», которое существует на базе молодежного центра. Отбор в этот раз был гораздо серьезнее, чем в предыдущие годы. Заявки прислали из 19 муниципальных образований, только 9 вышли в финал. Саровский клуб выдвигал свои проекты в 3 номинациях. Один из них, «Семейная игротека», получил диплом первой степени в номинации «Лучший проект». Проект направлен на укрепление семейных традиций и ценностей, на выработку единых увлечений семейных традиций. Да? То есть мы с клуб закупаем лучшие игры, которые сами отбирали. Раз в неделю по пятницам члены клуба опробуют эти игры, делают презентацию своих каких-то домашних настольных игр. Большую помощь в подготовке и презентации проекта оказал юный участник клуба «Семья» Евгений Шаров. Мальчик активно принимает участие во всех мероприятиях объединения. На слете он также поддержал свою команду и не остался просто зрителем. В конце презентации мы раздавали конфеты всем, абсолютно всем, кто там сидел. Мы раздали конфеты жюри, там диджею, фотографу, всем раздали конфеты, и тут разные на них пожелания. Также саровчане получили диплом 2-й степени в номинации «Лучшая презентация клуба». По итогам клуб «Семья» стал обладателем переходящего гран-при слета и был признан лучшим клубом региона. Но мы гордимся, что в нашем городе есть такой клуб молодых семей, который стал лучшим по всей области. На самом деле, вот на слете все клубы, которые себя представляли, действительно очень достойные, очень сильные соперники. И победа нам далась нелегко. Сейчас клуб молодой семьи молодежного центра готовит общегородской квест, который пройдет осенью для всех желающих. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.